Добречкого вам, уважаемые подписчики, зрители канала. Секретная база. Савеловских. Все в колючке, все как положено. Враг не пройдет. И смотрите, я уже заходил, проведывал, ходил в магазин. Вот он. Пожарник, блядь. А? А в ответ тишина, блядь. Вчера не вернулся из боя. Ну ты понимаешь? Деньги у меня есть. Кто? Деньги-то у меня есть. Сколько у тебя денег есть? А сколько тебе? Мне? 1 012 000, блядь. У меня всего. Убычи квартиры выкупить. Пару сотен, а что, что сидишь без пива-то? Я завод. А? Я завод. Заводкой? Не, завод, потому что у меня деньги. Я приехал, пацанчик. Фу, блядь, я провоняю костром. Фу. Какой пацанчик? Спасибо ему огромное. Пацанчик, тебя Леха Коптевский. Ты понимаешь, что ты сейчас неадекватный, нахуй? Я что, вообще никакой. Никакой. Вот похмеляйся, ляг на 1.5 часа, потом сходим в туалет и руки помоешь, лицо умоешь. И поедем в Коптево. Леха приглашает тебя. Он там какие-то куртки тебе приготовил. Это. Да ладно. Да, шашлыка похавать, все такое. С тобой поеду? Со мной, на такси отсюда. Тебе надо в себя прийти, я не могу тебя на руках носить, как ребенка, нахуй. Да я сам дойду. Банку вот хлопай и часа на 1.5 просто упади по спину. Потом сходим в туалет, умоешься. Ну, посмотри, какой ты копченый. На руки на свои глянь. Я понял. Я порядок привести. Да. Сделай. Там на Савеловск один космос лазит, больше нет никого. С этим полудурком вообще проблема. А, эту еще видел. Как ее? Маша, панда. Маленькая Маша. Ну, которая местная. Саша Маша. Где она? Поперлась домой, не знаю. С сумками откуда-то ехала. Может, с дачи откуда. Сколько я за нее пострадал, если честно сказать. Ну, так-то она девчонка. Ты что дальше? Нормально. Только мужики все умирают. Неадекват, неадекват. Ты что дальше собираешься делать? Леха сказал, Саня, можешь смело прям с ноги. Ну. Сейчас повезем тебя в Коптево, пусть он. И у меня удар тяжелый, может, у него послабже. Хватит издеваться, давно, ёптель-муптель, а? Ёптель-муптель. Ну, чего ты так себя ведешь, как этот? Ну, все вроде нормально было, опять. Мочало начинай, Санек, сначала. Куртки, да нет, нужно, хуюртки. Было узнать. Узнал? Но. Что узнал? Не скажу. Поделись секретом. Не буду. А, закурить. Тебе башки будет получать здесь теперь. Будет известно сразу. В первую очередь, я так думаю, Санька будет знать. Я всегда и по так все знаю. По башке будут получать. Я и без такие тебя... Такие деловые все, блядь. Я... Мою базу, блядь, офигели, блядь. Совсем охтерили, блядь. Я и без тебя все тут знаю. Ёпта. Ну на. Глянь, Наруто, ты что, землю копал? Картошку сажал? Я пытался разжечь, она не разжигается, блядь. Первый раз не разжигается у меня костер. Первый раз. А нафиг он тебе нужен? Теперь уже не нужен, не знаю. Ой, блядь, Валера, Валера. Сань. А, этот ходит, штаны уже кожаные на нем. Нет, 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 я костер сжигаю. Мне вот это вот нужно. Вот все черные руки. Вот я. Ты можешь меня послушать хотя бы вот сейчас одну фразу мою?
похмелись, вот это пиво выпей и ляг на полтора часа, чтоб ты был адекватный. Нет, сначала мысль сходи. Нет, ты поспи, вокзал, тебя сейчас не запустят, ты сейчас как этот, на вокзал, вон, в холодный туалет бесплатный сходи. Ну я вот на вокзал, я говорю. Ну, на вокзал меня тебя пустят такого? Ты гитару придержи, а то меня Ленка убьет. Тебя на вокзал такого не пустят. А? Тебя на вокзал такого не пустят. Ха. Пустят? Меня пускают в любом состоянии. Ну смотри, сам. Там кое-что произошло в свое время. Я теперь там свой. Почти. Свой. Ой. Бля, руки. Ты снимаешь? Конечно, снимаю. Пусть на тебя посмотрят. А, еще один вопрос, вот самый важный я тебе задам. Расскажи, пожалуйста, на камеру, как мы с тобой договорились о 5000, которые тебе перевели на день рождения? Не понял. Про пятерку, которую тебе на днюху мне перевели, как мы с тобой договорились, что мы делаем с этими деньгами? Мы ничего не делаем с этими деньгами, вообще ничего. Ну как? Маме! Ну, моей матери. Ну, ты сказал, чего? Как ты сказал, расскажи. Мы что? Ну, я тебе не буду наводящие вопросы задавать, расскажи, как есть. Домой приедем, ну. Лишним маме вот прям вот так вот отдадим и все. Все. Мне в руки нельзя давать. Естественно. Мне в руки нельзя давать. А вот моей маме, потому что у меня пацан там, маленький сын. Ну как маленький уже? Сын, понятно, все это умерла тема. Просто сказали и сказали. Это, я тебя прошу как человек, ляг на полтора часа, я через полтора часа приду, тебя разбужу. Чем ты костер зажигал? Я чикаю. Больше не буду зажигать. Смотри, сравни руки. Сань. Ну вот, ёптынь, 2 минуты до туалета дойти. Неужели нельзя, блядь, сходить, ёбаный в рот? Схожу. Вроде, это, или в космоса хочешь превратиться. Сейчас схожу. Поспи меня... полтора часа, я приду, тебя разбужу, сходим в туалет и поедем в Коптево. Понял. Понял? Лёха ждёт. Я сейчас ему объяснил, что ты неадекватный, ты сейчас... Я как с ребенком с тобой сейчас буду. Ну не надо. Сейчас таксист что скажет мне? Не, ребят, я сейчас быстренько урегулирую. Мне дал человек полтора часа. Полтора часа я буду в лёжке. Сейчас увидите, как я. Опять сейчас тебя переодевать будем. Чего? Вещи он там приготовил тебе. У тебя же вещи, блядь, нестандартные, длинные, хер. У него есть куртка там какие-то, штаны, не знаю, что он там даст тебе. Только нет, не леггинсы. Ну и в баню, бляха, муха, я таких не могу. Я так худой, как шпингалин. Мы вообще, блядь, поехали постоянно разводить. Ну а где остальная-то банда? Или ты один здесь ночевал? Сань. То, что они делают, неправильно. Ну, это не моя волна. Понимаешь, ты... неправильно все. Я понял. Я не хочу в этом участвовать. Саш, я... обыкновенный человек. Ты нахер просто... ты вообще здесь застрял? Чё тебе там херово было у Сереги? По чесноку? Да. Это по-честному. Ну. Там пацаны работают. Ну. Ну, в смысле, я имею в виду. Нет, там ничего такого тяжелого нету. А у меня спина.
А я не могу. Ну тебя что там заставляли, блядь, кирпичи носить, что ли? Че, дурак, что ли? Наоборот, мне вообще ничего не... Я вообще ничего не делал, Сань. Вообще ничего. Кушай готовил. Ну сам смотри, тебя всю... Мне стыдно. Ты меня можешь послушать? Тебя всю жизнь не сможет никто тянуть. Кто-то уедет, и я буду занят, понимаешь, и там другие заняты. Тебе просто дают возможность, дают тебе, как говорится, удочку. Рыбу ты должен сам наловить. Была бы рыба. Была бы рыба, да. Тогда бы я смог уморчиваться. Ой, бля. Ну сколько ты бух... сколько ты собираешься бухать? Стыдно. Стыдно. Ну это у тебя это понятно, это наши приколы. Главное, блядь, отмазаться нахуй. Я не отмазываюсь. Все, простите, виноват, дурак, исправлюсь. Дальше что? Не дурак, не исправлюсь. Я какой есть, такой есть, Сань. Просто какой есть, такой есть. Если у меня позвоночник, он Валерка, ну, брат мой. Ну, банку держать позвоночник не болит? С пивом. Ах ты, блядь, будь. А? Так, что? Передаю всем привет. Да. Говорю, в общем, вот эта сволочь, которая меня сейчас фотографирует, ага, сам мне принес. Ага. И теперь сам же... Так, я, конечно, больной человек. Я в тюрьму перейду, в тюрьму реально. Ну, издевался надо мной, да, ну хватит, я в тюрьму Ну, я люблю во всех. Чая быстренько сфотографируюсь.